И что? Теперь идти за рожковым ключом? Как бы не так, трещотка-то проходная. У нее вместо посадочного квадрата посадочное отверстие в виде шестигранника. Сюда вставляется так называемая проходная головка с отверстием, которая и позволяет нам работать с крепежом, когда шпилька над ним сильно выпирает. К тому же у этой головки рабочий профиль сплайн. Это универсальный профиль, который позволяет захватывать шестигранный, 12-гранный крепеж и даже близкий по размеру дюймовый, а также крепеж с Е-профилем.